41. Год потери страха заревом кровавым пламенил. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем, и стилушкой стать, а за ним второй, пацан без усы, слишком юн, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде фрица умоляя. «Найн!» — твердил он важно. «Расстреляет!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня! Меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер Ейчин. «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирает!» Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала. Кто дороже, кто милее ей, взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрице. Не могу. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, но я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший. «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя семья и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил. «Битте!» Отодвинул плачущую мать и, взмахнув рукою деловито, он махнул перчаткой. «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на сынов глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночком, не цвести. «Дура, матка!» — получает немец. «Одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.